Приветствую всех. Это будет упражнение для менеджеров. Важно, чтобы вы умели пользоваться личным кабинетом. Итак, заходим на сайт Oriflame. Нажимаем кнопочку «Войти». Я зайду к себе в личный кабинет, чтобы показать пример. Итак, вы находитесь в личном кабинете. С уровня менеджер вам становится доступная функция, чтобы посмотреть ситуацию по команде. Итак, смотрите, проматываете чуть ниже, вот видите вот эту табличку с уведомлениями. И здесь у нас написано 41 день рождения в каталоге. Вы открываете, у вас будет немножечко другая, конечно, цифра. Вы открываете всю команду, у кого дни рождения. И заранее в ежедневнике прописываете всех, у кого день рождения, чтобы не забыть и поздравить обязательно каждого участника вашей команды. Ну, здесь вот мелко, конечно, но все равно можно увидеть. То есть мы видим фамилию, имя и дату дня рождения. То есть вы можете развернуть количество строк, сделать не 10, например, выбрать, а 50 или 100 сразу, чтобы увидеть сразу всю команду. Да, вот можно немножко так увеличить. И вот мы смотрим birthday, да, то есть когда день рождения. И выбираем. Сегодня, например, у нас 28 ноября. И у нас день рождения по команде у Кузнецова Дмитрия, Цвентарных Ольги, Анциферова Екатерина. Этих всех людей, да, нужно поздравить. Я это уже, конечно, сделала. Я вам рекомендую не забывать, потому что это маленькая часть работы с командой, с персоналом, чтобы людям было не просто интересно, да, с вами работать, а чтобы они чувствовали заботу и внимание. Это первая фишечка, которую вы должны знать. До встречи в следующих роликах.